Ай, блин, шайтанова мать. Что-то нынче с яблоками творится. Какие-то они не очень свежие. На людей уже кидаются мана. Беспредела мана. Какой-то мана. Да что ж такое? Ну ты доиграешься, у меня овощ. Даже не фрукт, а овощ ты. Вот ты кто, мана. Овощ. Что там Паша про новое шоу говорил? Не знаешь, какой фильм посмотреть? Хочешь увидеть экшон и одновременно познать глубокий смысл? А может, ты не хочешь смотреть фильмы, а во что-нибудь поиграть? Канал Coca-Cola для тебя. Множество смешных и интересных роликов ждут тебя на этом канале. Ссылка в описании. Салютик! С вами Гун Вася. А это горы. Мои горы. Где я выращиваю много спелых и свежих овощей и фруктов. И в связи с нахлынувшей волной новых шоу, я решил создать свое шоу. И вы спросите, где же Паша? Я здесь. Он здесь. Паша является автором идеи, кстати. Ну а я, как человек, шарующий в овощах, воплощу эту идею. Погнали, баклажанчики. Ну вот примерно так будет проходить наше шоу. Сначала все одеваются в любой овощ. Я ведущий, окучиваю овощи, выбирая худших. Как вы поняли, все должно быть равномерно. Но в данный момент тут на 6 участников я сделал. Следовательно, тут должно остаться 3, и сюда перейти 3. И как бы образуются 2 команды. Вот так вот. И тут будут туры овощей или фруктов. Например, одна команда одевается в один овощ, другая в другой овощ. Обе команды могут одеться в одинаковый овощ. Это на усмотрение ведущего. Дальше ведущий выбирает опять худшую команду, и противники должны проголосовать, кого выгнать. Если выйдет так, что одна команда остается, а другая нет, они соревнуются между собой. Но тут как бы подразумевается один победитель все-таки. Ну вы поняли. Получается такой командный конкурс красоты овощами. Посмотрим, что получится. А, чё, было? А ничего. Свежий баклажан, каждый день тебя поливай. О, уже все собрались, уже нормально так. Шесть человек как раз хватит. Из-за моего акцента вы меня можете не понять, так что я напишу правила на нормальном языке. Итак, думаю, они должны понять. Ага, все понятно. Вопросы? Не, брат, нету. Начинаем? Начинаем, мана. Одевайтесь в овощи. Как говорил Иннокентий, вы все удобрения. Как говорю я, вы все овощи. Ну кто все плюс по стандарту? Баклажан. Она точно не проиграет. Я это знаю. Я просто это знаю. Итак, Аватарщица Ксюша и Барби вперед. Торимэ! Идзервин ми бады вода Торимэ! Амино, ля тире! Нынче в 21 веке кукурузы голосают без зелени. Ну это уже к Никите Сергеевичу вопросы. Ой, как хорошо. Итак, первая команда одевается в огурчики, задняя в кабачки. Кстати, первая вылетела, ну ладно. Кабачок, если что, тоже зеленый, но я разбираюсь. Так, это огурчик, допустим. И это огурчик тоже, допустим. Так, кабачки, что тут с вами, кабачки? Ну, в принципе, кабачки тоже темными бывают. Ну, если вы хотите чисто мое мнение, то это уже баклажан какой-то. Но это больше как-то на капусту походит. Ну, точнее, на кочерыжку от капусты. Ну, не суть. Ничего страшного, моя дорогая. Ну, давайте пойдем на компромисс, что ли. И... Хотя, какие компромиссы? Не надо никаких компромиссов. Эти однозначно хуже оделись. Ничего в огурчиках не понимают. Ну, что, задняя команда выбирай. Голосуем. Аватарщица, окей. Ну, что, аватарщица, ты была свежим огурчиком.
Ой, еще одна участница просто так выбывает. Ну хорошо, более-менее уравнялось все. Прощай, брат, когда-нибудь встретимся. Конечно, на канале Павел Князич Гейм. Ну что, Барби, пусть будет помидоркой, а задняя команда перчиками. Я считаю, что вот такие конкурсы красоты надо проводить. Но я вам не навязываю свое мнение, я всего лишь вам показываю, или нет, рассказываю точку зрения усатого баклажанного магната. Так, куда перчик пошел? Какая морковка, перчик? Ой, Эмана, что такое происходит? Овощи хотят, чтобы я съел их. Ну, в принципе, до чего они еще? Продавать, наверное, надо. Барби, выбирай. Милановка. Это еще почему? Ну ладно, правило есть правило. Киса, садись вперед. У нас вы еще так, что девушка против девушки. И вы как бы остались. Я так думаю, это будет решающий тур. Вася, гомни приз бомбочки. Естественно, брат, мне не жалко. Итак, минута напряжения. Ну, конечно, не совсем минута, чуток поменьше. Я просто не знаю, во что им одеться. Одевайтесь в чесноком, она. Я люблю чеснока, потому что он похож на луну. Только давайте без лунной походки. Что это было? Не знаю, наверное, сделал какую-то отсылку. Чесночки, у нас тут немножечко не по правилам вышло. Это вообще должно было выйти, но в силу того, что вот это вот... Не в обиду, конечно, не очень хорошо одевалось в прошлых турах. Ну, так скажем. Давайте-ка проголосуем. Я предлагаю голосовать, мана. Ну, не по правилам ты осталась здесь. Мой свежий баклажанчик. Ну, в данный момент чеснок. Надо было все-таки людей побольше набрать. А то 6 как-то не очень много, надо бы побольше в следующий раз людей собрать, если этот следующий раз наступит. И у нас тут настоящие чувства и настоящая драма разыгрывается. Это проголосовал за Милановку, а это за Барби, ну все. Ну какого же хрена? Ну, она мне понравилась, ну честно скажу, ты мне понравилась. Честно скажу, ты мне нравилась. Утешительный приз, бомбочки, как ты просила. Бомбочки, бомбочки, бомбы, бомбочки... А, стоп, и еще бомбочки, подождите. Я забыл добавить. Вот так, хорошо. Есть контакт, мана. Я был не прав, мана, когда сказал, что этот тур решающий. Оказалось, что и этот будет. Который сейчас. Ясненько. Последний тур с подковыркой. Ну, что хочу сказать, Барби сильный игрок, это заметно. Дядя, я стоять устал. Ну, поплавай тогда. Вот фонтанчик стоит. Итак, я немного отвлекся. Да успокойся ты. Без лишних слов назову победителя. Ну ладно, сразу напишу, что киса победила. Все-таки, как я думаю, она лучше оделась. Все-таки свежий баклажан у нее получился, а у нее какой-то не очень свежий, слишком темный. Ну это я так думаю, ну все-таки я баклажанный магнат, мне ли не знать, какой баклажан свежий. А она какой-то не свежий. И победителю, конечно же, достается 2 фонтана, а еще лучше 3. Как бы вот так. И спасибо за участие в конкурсе моем, ну точнее в шоу. В шоу, какой конкурс? Ну в принципе конкурс, шоу, какая разница тут. Мое шоу, можно сказать, и тот же самый конкурс, но только немного преобразованный. И давайте ей какой-нибудь утешительный приз. Нет, ну так не пойдет. Лучше все-таки, чтобы вот эта коробка конфет была. Видимо, она хочет обменяться со мной. Ну ладно. Как твоя щедрая душа, брат, пожелает? Мне как магнату приятны чаевые. Вася. Чито? Можно вопрос? Ты что, колдун? Я? Вася! Ясно. Ладно, я пошел хау покупать. Эй, у меня покупай, у меня все натуральное. Подписывайтесь на канал Паши, жмите на колокольчик, чтобы видосов новых не пропустить. Подписывайтесь на его группу во ВКонтакте.
Ставьте лайки этому видео, поделитесь им у себя на странице. Оставьте комментарии, мана. Всем пока!